я и обещал. Вторая часть. Это уже сладки такие. Но есть еще вот шашлык. Но это уже закуска. Угу. И у нас ой, есть... смотри в камеру. Есть еще верный конь. Верный дуб. Давайте пробовать. Самая классика. Чипсы. Что у вас сегодня на обзоре? Но чипсы, сухарики, подушечки и мармеладки. Утрой, фу, не надо. Эти чипсы со вкусом краба. Тут мистер Краб хочет подраться с Владом Карате. Это пацан какой-то. Ой, не надо. Золотая пачка внутри, да. И очень вкусно пахнет. А я думала, она будет розовая внутри. Так, главное, чтобы утрой не съел. Он не съест. Ему это тем более не нравится. Так, покажи пачку. Вот такая пачка чипсы Лава-Лава. Ого. Золотая, да, внутри, говоришь? Рассказываем, как по вкусу чипсы. Это краб. Очень вкусно. Краб осыщен. Как? Со вкусом крабовых палочек или реальные крабы? Реальные крабы. Реальный краб, да? Там. Это не как салат крабовые палочки. Крабовые, да. Палочки это не крабовые, это правильно. Просто рыба. Это фейковые. Это рыба. Это просто рыба. Крабовые палочки. А вот нет, это даже не рыба. Это... А. Это искусственная. Искусственная рыба? Да. А. Крабовые палочки это не настоящие. Это значит, они вредные? Сейчас все, Даниил, вредно. По чуть-чуть вам можно. Оценочка у меня 8,5. Я не прямо люблю что-то там с крабом, сухарь, все это, но это уже очень вкусно. Я ставлю 8. Угу. Мне понравилось. Давай запивать. За ваше здоровье. И к нам залетают сухарики. Кебабчики или шаурма. Это кебаб. Тут Влад типа такой король. Рыцарь какой-то. Ну да, рыцарь. Кто-то хочет угостить сухариками шаурмой. Вот такая фотка. Угу. И сейчас посмотрим, какая пачка внутри. Походу будет или оранжевая, или красная. А может быть вообще золотая. Да не, я ножу, Тимур. Ел вес носит при щепе. Давай я открою. Или можешь. Он, видишь, какой Даниил профессионал. И сильный еще. Вот, тут оранжевая пачка. Как я угадал. О, тоже с золотым напылением. Шавуха, да? Да. Лава-лава шавуха. О, пробуем. Черный хлеб. Это не белый, как у всех. Черный хлеб. Ну что ты по две штучки? А? Дай по... Не, давай два. Угощаемся. Так, давай. Вот такие сухарики. Воздушные, да? Угу. Чувствуется место кебаба. Мясо. Да, мясо, шашлык. Реально? Да. И кетчупа. Со вкусом шашлыка. И кетчупа. У нас сегодня новый обозреватель. Слюнявчик. Это Трой. Можно сахар? Так что жирненький лайк за нового обозревателя. Трой. Собачка. Верный друг. Рассказывайте, что у вас там по... Оценочка у меня 9. У меня так, нормально. Можно покушать, попивать. Или по... Чем заходите? 6. А чё 6?
Мне не нравятся сухарики. Бля, зубы. Можно салфетку? Десигур? Ага. Ясно, ясно. Ничего страшного. Ценят? Просто тут. Так. А вот сейчас идет потушечки. Мои любимые. Давайте с шоколадом. Тут шериф. А что? Подушки такие. Папа. Золотая пачка, мне кажется, будет. Не, желтая. Ну, очень это, красивый это цвет. Это желтый и золотой как будто. Ну, золотой и желтый. Да, круто. Нормально. Давай по два. Не, по три. Дегустация. Так, они шоколадные, да? Такой сладкий. С молоком. Да. Было бы круто, правда? Вот внутри шоколад. Угу. Трой, смотри, тебе шоколадки нельзя. Но можно просто так есть. А но можно с молоком, как хлопья. А если продакс А4 сделать хлопьями с подушками? Круто будет, да? Угу. Ну, скажу честно, это очень вкусно. Очень сладко. Еще. Рекомендую это реально покупать. Ставлю 10/10, ну а еще попьем. 10/10? Самое высокое 100. Или 9? Я поставил 9. 9? Да. Я 9.5. Сейчас тут гонщик. Влад. С начинкой клубника. Это очень интересно. Сзади тут еще машина. Мэйлия Маккуин. А, да. А может ты у шерифа тут? Уже подушки с конем. Что-то там. Шоколад дерется с конем. Даже вот это не можешь пить. Просто у меня уже руки такие. Да, я открою. От чипсов, от сухариков. О, красный цвет. Да, такой красивый там внутри. Стой! Ну дай попробовать. Очень вкусно. Как будто йогурт с ним. Да, с клубникой. Согласен. Ну они уже такие белые. Угу. Должны быть вкусные. Давай. Давай снова, как всегда. Клубничка. Это был мой любимый вкус от А4. Клубника. Угу. Настоящая или фейковая? Настоящая. Да. Так же, как крабовые палочки, да? Мама Мия. Как будет на вот это, на как там? Итальянском? Не, как там? На еврейском очень вкусно. Ты не знаешь? Не знаю. А вы еще не выучили? Фарти густош. Да, повтобона. Спасибо. Ну, дальше вот такая вот шоколадка. Мэйди Барти. Открываем. Это со вкусом кола. Не со вкусом кола. Это мармеладки и кола. Тут Влад отдыхает на море. Так мармеладки и кола со вкусом кола. Так. А если еще запить клоун колы? Можно. Давай. Сейчас. Да иди, да. Да, там дай мне. Дай квандо. Ты еще на бокс хотел или на карате?
О, это... Это Кока-Коля. Нет, это уже... Это Кока-Коля. Но у него другой цвет. Так. Так. Это как Харибо. Очень напоминает Харибо, да? Давай, стой, стой. Жуются нормально? Очень мягкие. Тают во рту, да? Не тают, нормально. Не тают. Рассказываем. Вот, короче, лава-лава мармеладки, они лучше, чем Харибо. Да, Харибо лучше, у них большой такой прямо. Но все равно, так просто покушать. Это нет. Червячки уже. Да, это червячки. Да, Даниэл, действительно. Скажи, кто это? Вот, а 4 в лаборатории делают змей. На уже мармеладочки. Ууу, они походу кислые. Видишь там? Давай я поставлю. Давай. По двое, потому что они еще длинные. Нет, да, можете по одной. Одному. Да, по одной нормально. Вот, они потом длинные. Если... Они длинные, да. Они еще там кислые должны быть. Они еще живые, наверное. Ой! Не надо! Очень мягкий. Солененькие или кисленькие? Не, очень сладкие. Или сладкие? Сладкие. Они кисло-сладкие. Кисло-сладкие. Ну, дегустатор какой еще трой. Первый раз вижу, что собака ест... Ну, это тем, ел. Чипсы. Фу. Ну, трое сегодня тоже первый раз. Мои коти тоже. Не, хотя мама давала ему как-то чипсы. Коти тоже. Червячки, вкусные, на них насыпано очень много этих сахар. Теперь говорим, у кого какой продукт самый понравившийся. Топ, самый топ, говорим. Вот это? Понравилось. У тебя, Тим? Я, наверное. Чипсы? Ну и трое тоже понравились. Мне чипсы от другие. Вы можете посмотреть видео, где там с чипсами мы пробовали от Влада 4 и у пацана. Ну и мне, вы увидите, какой мне понравился. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Какой больше всего ролик понравился? Еще вот этот с клоун колой или тот следующий с энергетиком слова пацана и... Чипсы, слово пацана и лава-лава. Еще скажите, что лучше, лава-лава или у пацан? Ну, мне кажется, что лава-лава. Ну, мне тоже лава-лава. Всем пока. Пока.